Подарок-то где? Снега, иди. Давай нормально поздравляй. Гудок свой тянет. Тянет, да? Ну там, что ты ему хочешь пожелать? Подарок можно быть. Сейчас подарок. Ну так ладно, давай, папа, ты. А, так, за подарком. А, я? Да. Блин, мне за подарком надо. Ну, Данил, так, давай. Подарок вон стоит. Мы с тобой всего разговаривали, ты меня катал. Я думаю, ты уяснил. Дай бог здоровья самое главное. Спасибо. И целеустремленности, а остальное все у тебя будет. Ты смотри, давай. Как он смотрит на него вверх, а нет. Ясно говорит так. Вот, Вовка с своими подарками. О, это что такое? А, Олег, торт принеси, давай торт сразу заснимем. Давай. Ну-ка. Это что? Вот такие вот вещи. Ногти? Ты куда ты одеваешь? Чего куда? Садишься в машину белую и едешь. Все пальцы? Вова, они не могут походу. Редко порешите, покажите. Вот так ходи? Да, так ходи. Все, спасибо, Вова. Только это как чуть тревает. Сейчас сделаю. А мне в топе еще пятнашка. Это твоя пятнашка? Давай, 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 давай. Спасибо, Вова. А, все, Вовчик поздравил, да? Давай, целовашки. Ну, Данил. А, давай, целоваш, давай. А, поцеловать брата. Спасибо. Ну, Данил. Мы подарим с мамой тебе четырку. Угу. О, спасибо. Ну-ка, да. Классная четырка, да? Ага. Так, пойдет? Да, ты лучше, мы тебя любим, Данил. Можно колесико съесть? Мечтай, около четырки. Ну, колесико только можешь съесть, или бампер заднего. Ладно, съем. Ну, потом тебе что разрешат, Данил, потом съешь. Да, не съем колесико? Нет. Ты все машину съешь. Да просто колесико. Ты ему скажи, я тебе скажу, там на улице стоит, скажи, это моя была, Данил, давай я тебя поздравлю. Да, давай, значит, всю машину съем, если ты чуть не разрешаешь. Да, не дай. Не балуйся. Надо же вот так делать, да? Подой. Сули отсюда. С днем рождения тебе. Сейчас она пьется, будет выше стоять. Кто это, про кого? Да я про себя. Ну ладно, что? Ну все, Данил, с днем рождения. Да? Спасибо. Все, давай. Сегодня Данька у нас родился в 11:35. Родился? Да. Мы с Пашкой побежали за цветами, ага, и не успели. Но... Не успели, помнишь, да? Это я... на выписку уже. Да, и теща меня всяко разно потом, сволочь, что ты? А мы с Пашкой уже такие слопаем. Два додика. Цветы искали, где-то потерялись. Да, конечно. Да, конечно, нас там выписывали, нам надо медсестрам дарить, у нас ничего нету. Ни цветов, ни конфет, ничего. Ну, самое главное, результат. Так они не отдавали Даньку. Что, думаешь, не того дали? Нет. Ладно, все. Знаешь, что? Я 19 раз за уши надо подергать. Ну, виски. Вот, что, забавляйся. Как сильно ты еще, а? Пап, давай ты. Нет, давай, 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 давай. Что ты опять? Видите, как сильно? Я не догадывалась. 10. 11, 19, 17, 18, 19, 17, 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
тяни и вот сюда тяни. Где? Да, да, да. Чтобы мне тяжелее. Сильно тяни, да. 15. Последний, самый такой длинный. Самый сильный. 19. Так, главное, Вова про уши вспомнил, а про стул не вспомнил, да, что Даньку надо подкидывать.